fővárosunkban járt Vlad Troicki, a kijevi Gogol Fest kitalálója, világhírű rendező. Для чего вы сейчас приехали на эти два дня сюда? Ну, понять, что за проект, какие актеры, какое пространство, послушать город. Потому что мне предложено сделать спектакль по мотивам Гоголя, петербургские истории. Я должен понять, что для венгров Гоголь, что совпадает, ну, в сознании, в комплексах венгров, да, там, болевых точках, с самими произведениями Гоголя и с самой персоной Гоголя. Потому что, ну, он же украинец, да, который сначала уехал в Питер, потом в Европу, потом эти сатирические петербургские повести, и потом масса большие, ну, мертвые души. Это путь его от мистицизма такого украинского язычества фактически, который был в его этих ранних повестях, который потом переходит в выставы по православию, болезненная, его страшная смерть. Мне это все интересно, но понять, каким образом венгерский зритель, венгерский актер может говорить на эту тему, и что отзывается в его сознании, в его душе. Вот для этого я сюда приехал. Ну и технологические вещи. Пространство, как его сделать, чтобы оно, какие придумать декорации, какая сама схема игры, правила игры между актерами. Ну и потом, что актеры, что они могут, какой их язык. Язык не венгерский имеется в виду, а язык, которым они обучены, играя в определенном типе театра. Ну и как они образованы? Ну, люди, они прекрасные. И мне то, что меня обнадеживает, то, что они хотят чего-то нового. Это плюс. Понятно, минус то, что времени мало. Времени мало, как у них, эти месяц, которые... месяц, 3,5 недели, которые выделены на постановку, это формировать идеологическую парадигму, чтобы они освоили язык, который я им предлагаю, и потом на этом языке еще научиться говорить. Ну, это мало времени, реально. Ну, тут, не знаю, сейчас поговорю с ними, может быть, что-то найдем, какие-то... Ну, и у меня времени, потому что у меня, на самом деле, километры работы, очень много работы в Киеве. И я, кроме того, что у меня свой театр и своя труппа, которую в театре я оставлю только я один. Это Дах? Дах, да. Вот. И 20 человек, которым нужен режиссер. Они хотят работать, они могут работать. Там режим работы моих актеров совершенно другой, чем здесь. У них, кроме репетиционного процесса и спектакля, фактически каждый день мы играем спектакль, еще каждый день две пары учений. То есть танец, ритмика, там, пение, ну, и так далее. То есть обязательные дисциплины, это у меня такая договоренность с моими актерами, что они должны быть профпригодны на все. От танец, пение, текст до делания декораций, логистики фестиваля. Еще у меня же громадный фестиваль Google Fest, который тоже нужно делать, и делает вся команда моих актеров. Ну, там только не только актеры будут, там, как я читал, и художники, и вся... Да, вся жизнь. Это фестиваль мультидисциплинарный, правильно, но делает команда, то есть вот, техническое оснащение, менеджмент, логистика, я не знаю, там, техническое оснащение, уборка, охрана, поселение, ну, все, это все делает актеры. Как-то не могут все это делать. Ну, Вижовский человек? Нет. Ну, как, я думаю, что в этом есть там, вкус или соль жизни. Ну, когда ты накапливаешь в себе некое героическое сознание.
современное время, не только на Украине, вообще в мире, это отсутствие героев. Все становятся ровными, толерантными, но никакими. Mm-hmm. Геройство, пожалуй, проявляется только вот в мусульманской истории, да, то есть там появляется вот эта вот парадигма, ну, там, за веру и так далее, джихад и прочее. А в европейском или в западном мире героев нет. И я героев не имею в виду, как там, на амбразуру, mm-hmm. как матросов. А настоящий герой, который может, с одной стороны, отвечать всерьез отвечать за свою жизнь, а потом еще по возможности брать ответственность за жизнь других людей, которым он что-то говорит. Угу. И вопреки всему идти достойно, с открытым, ясным взглядом, без фанатизма. Не сектантская история, да? Это как бы, ну, как новое прозрачное. И поэтому они должны быть обучены всему. Они должны накопить свой духовный, душевный потенциал, как личностной. Поэтому эта вся вот работа на фестивале, опыт отвечать за дело. Поэтому, когда потом он выходит на сцену, он точно так же должен отвечать по-настоящему. Не просто там выучил текст и там выполняет мизансцену. Это мало. Ты должен выходить на сцену, ты встречаешься со зрителем, и ты говоришь со зрителем об очень серьезных вещах, о которых не принято говорить. О жизни, о смерти и о любви. Ну, жизни без дураков, о смерти. Как, опять же, одна из, ну, не то что теорий, в искусстве, в настоящем искусстве имеет смысл говорить только о двух вещах, о эросе и танатосе. То есть, ну, эрос — это не эротика, естественно. Эротика как одна из, может быть, составляющих. Эрос — это любовь к жизни. А танатос — это любовь и понимание, принятие и ощущение смерти. И вот на соприкосновении, на приятии этих двух таких вещей и потом размышления — это вот, собственно, искусство. Что вы думаете о смерти? Боитесь о смерти? Или как подходите к этой теме? Знаете, мне вот весной умер отец, и он у меня на руках умер. Это, конечно, я современный человек. Я еще не могу принимать смерть как элемент жизни. Я разговаривал с послом Германии, уже взрослый мужик, он уже бывший посол, точнее. Ему лет 55-60. Он говорит, вот до войны вообще люди умирали дома. И это было как бы норма, то, что дети видели, как умирает дедушка. И человек умирал в окружении своих родных. Это было, ну, как прощание, нормальный путь. Да, горько, да, это, но это как бы элемент жизни. Сейчас все стыдятся. Человека сразу увозят в больницу, он умирает в больнице или в хосписе, или еще где-то, ну, в большинстве случаев. И в окружении чужих совершенно людей, в этом, что само по себе неправильно. Это не уважение к человеку, ну, просто потому что, ну, как бы все стыдятся. И на похоронах тоже все как бы по-быстрому. Ну, это все неудобно, да, то есть вот это вот, как ты чувствуешь себя. Ну, вот сейчас закопали, сожгли там и так далее, и все. Что только закрыли тему и... Да. Поэтому для меня это очень, очень серьезная как бы история. Это, ну, это то, что на самом деле в каком-то смысле дает смысл жизни. Давайте перейдем на другую тему, что я когда Петера и Тамаша слышал, они говорили, что потому вас позвали сюда, потому что венгерские актеры только играют отсюда до суда.
А вы придаете такую систему, что человек, то есть актер, должен от головы до ног весь передать все свое искусство людям. Хорошо они это сказали? Вы это хотите сейчас показать в этой? Я... Ну, понятно, что включить тело хочется, но мне больше сердце интересует. И сознание, не поверхностное сознание, которое, ну, как бы интеллект, то есть это умозрительное, а сознание, которое связано с духом. Это немножко разное, да? Это ближе немножко к... очень. Это ближе к религиозному восприятию, это метафизическому восприятию жизни, мистическому восприятию жизни. Опять же, то, что западная цивилизация фактически потеряла, это метафизичность жизни. При всей условной религиозности, там, будь то католицизм или протестантизм, да, это все-таки атеисты. Люди атеисты и прагматики, они могут, конечно, там, обращаться к Богу, но это больше такое на уровне умозрительного, опять интеллекта. Или показатель. Ну да, то есть такая некая институция ритуальности. Меня в театре и в искусстве интересует именно непосредственное обращение вот к этому, к божественному сущности человека. То есть я не использую, например, терминологию там, христианскую, там, буддистскую, ну, пытаясь только иногда примеры приводить, потому что для меня история Христа, если ее рассматривать как драматическое произведение, то это история там, фантастических предательств. Не он предает, а его тотально предают. И там драма Христа, когда для того, чтобы поверили 50 раз или сколько раз делать чудеса, и все равно не верят, и потом еще раз и все равно не верят. Но это на самом деле природа человека. Знаете, очень интересно, потому что мне кажется, что Христос что говорил, что действительно, я думаю, может быть, я не прав, что он чувствовал и что хотел передать людям. Западная цивилизация совсем ничего не понимает, и какое-то, сказать, такое хреновое мышление дает этому всего. Суть, мне кажется, еще. Или не, или могут, что, может быть, они поймут, только не хотят понять. Это что-то всегда, чтобы выиграли, как-то так ставят. К сожалению, опять же, мы же историю Христа знаем по некоторым, неким текстам, которые несколько раз редактировались очень серьезно. Что там происходило на самом деле, никто толком не знает. Да? Оригинал остается только на самом деле Ветхий Завет, который не благодаря евреям держится вот в каноне. А христианство это скорее институция. Институция, которая связана с властью, с определенным воздействием на людей, но отнюдь не с, очень мало связана, особенно сейчас, собственно, с философией христианства. Ну и потом, опять же, католицизм, протестантизм и православие. Да? То есть, если, собственно, западная цивилизация построена на протестантизме, не на католицизме, а на православии. То есть это вот человек, он должен отвечать за сам за себя, ну там хорошо трудиться, там так далее, ну Америка, да. И вот этот прагматизм, такой материализм, когда восприятие, он становится очень в какой-то степени агрессивным. Потому что он не предполагает того, что, ну, вернее, как бы предполагает, что человек духовное существо. Но деньги важнее. И вот это, там и понятие успеха, конкретное, материальное, гораздо важнее, чем какое-то, не знаю, духа, дух, душа. В православии русском, да, другая крайность. Она типа пострадать побольше. Ну, вот пострадал, и тогда вот тебе, значит, воздастся. Ну, человеку-то, человек
находиться все время в материалистическом, прагматическом мире очень дискомфортно, потому что сознание или несознание, бессознание начинает разъедать. Ты в какую-то секунду начинаешь понимать, а что я здесь делаю в этом мире? Ну, зачем я сюда пришел? Ну что там, нарубить денег, там, родить детей? Ну да, но это такое очень сомнительное, особенно потом, когда дети тебе говорят, там, папа, да пошел ты уже, да, там, в какой-то момент. И апеллируешь, что я свою жизнь посвятил детям, ну как-то глупо. Посвятил, что заработал деньги, ну еще более. Что сделал? Зачем вообще? Что ты тут делаешь? И вот этот сознательно и бессознательно, каждый человек к этому приходит. Он там потом начинает или уходить, изображать из себя трудоголика, чтобы много работать. Такая фикция, что вот есть деньги, но потом все равно срывается и на одну или другую. Или второе, засоряет мозги масс-медиальным дерьмом. Включает телевизор, и ты просто убиваешь время, превращая себя в такое животное, там, растение, которое живет какую-то жвачку, там, ну, открывает журнал, смотрит телевизор, и, ну и потом тихо умирает. И, конечно, меня в ужас приводит, ну, там, такое. Ну почему у нас такой страх? Это же, я не знаю. Потому что вот как только ты начинаешь серьезно думать, в эту секунду ты понимаешь весь трагизм жизни. Но трагизм это заключается не то, что смерть, да, трагедия, и то, что я говорю, герой. Это как горние выси, да, когда вот там говорил Христос или это. Ты понимаешь, что там есть страдания, да, что есть путь, за который ты только сам можешь отвечать. Никто там, ни папа, ни мама, никто за это. Это ты должен идти по этому пути достойно. Это очень действительно, это поход над бездной. Как писал мой друг Клим, это говорит, жизнь, это когда ты идешь по узкому мосту без перил, и под тобой бездна. В любую секунду ты можешь оскользнуться, он покрыт льдом, но ты идешь, да, и большинство людей боится, не хочет смотреть, не хочет осознавать, что это бездна. Они изображают, что там, ну, там 10 сантиметров, а на самом деле это бездна. И вот осознание этого и при этом достойное дальше движение, вот это вот как бы геройство. А это страшно, это действительно страшно. Ugye mozdul bennem a lélek, kicsit félek, de arra a gondol, vajon amit várok a sorstól, ha hányok az édestől, és izzadok a sorstól. Egyre csak fújja, legyen a gépnek halleluja.